«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Руководитель. Житакче. Руководитель компании. Пыешма житакчесе. Руководитель компании. Пыешма житакчесе. Руководителей уфимских компаний, которые не вышли на субботник, вызовут в мэрию. Умелярге шекмаган уфадагы ыйышма житакчелерин мэрияга шокыртачаклар. Руководителей уфимских компаний, которые не вышли на субботник, вызовут в мэрию. Умелярге шекмаган уфадагы ыйышма житакчелерин мэрияга шокыртачаклар. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».